Так, что, мы сегодня будем тестировать жидкость, нано-жидкость для дисплеев. Вот. Будем пробовать ее на Samsung Galaxy. Это не китайский, настоящий. Вот. Значит, у нас комплект входит. Сейчас посмотрим. Значит, в комплект входит 3 салфетки. Первая для того, чтобы протереть, обезжирить дисплей. Вторая салфетка, чтобы, жидкость, когда нанесем, надо будет ее растереть. Вот. И третья салфетка, это уже потом, уже такой финальный. Нужно будет протереть все пятна, чтобы все, в общем, это. Вот, начинаем все с первой салфетки. Она у нас проспиртованная. Берем и тщательно протираем весь дисплей, чтобы не было ни пятен никаких, ни разводов, ничего. Все тщательно протерли. Сейчас маленько подсохнет. И будем наносить жидкость. Вот такой жидкости хватает. Ну, вполне достаточно вот прямо на такой планшет. То есть, если использовать на сотовый телефон такой, то свободно можно 2 телефона. Ну все, у нас подсохло. И открываем жидкость и выливаем ее на дисплей. Так, берем салфетку 2. И начинаем растирать эту жидкость по всему дисплею. Тщательно растираем. Все растерли. Теперь нужно подождать, около 5 минут, чтобы вся эта жидкость подсохла. И потом мы затрем еще последней салфеткой. И будем смотреть результат. Ну так, мы подождали 5 минут, жидкость подсохла. Теперь берем третью салфетку. Сейчас будем тщательно затирать. Ну все, у нас дисплей
абсолютно чистый, как новый. Теперь будем проверять. Вот телефон, берем ножик обычный канцелярский. И вот прям легким движением видно, появляются царапины. Теперь берем наш Samsung и видно, что царапин нету. Вот черт, сейчас черный сделаю, чтобы бок. Вот. Ни царапин. Ничего нету. Хотя здесь прямо если легко проводить, вон появляются царапины. Ну вон, даже видно. Да, видно. Угу. Царапин. Ну-ка, это тоже плохо. Здесь абсолютно ничего. Вот. Поэтому вот эти новые технологии, они очень такие классные, так скажем. Преимущество перед пленкой то, что, ну, как бы альтернатива, да? Раньше были пленки, да, в принципе, они сейчас есть. Пленку, если наклеишь, она начинает пузыриться, то попадает пыль. В общем, это также там царапины получаются. Здесь никаких царапин, никакой пыли, ничего. Так что заказываем.